Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Розе, и это ивенты и обновления. Первый ивент. Слава победителям! До 7 декабря, в период проведения ивента, можно дополнительно получить предметы «Сундук славы мирового босса». Если мы откроем карту, нажмем на вот такую голову, мировой РБ немножко отличается цветом, и у него нет никакого дропа. Нанесение от одного урона и выше РБ, вы получаете сундук с наградами, там Орден Славы и Виталочки. И теперь дополнительно вам будут давать сундучок славы мирового босса, в котором вы будете получать также дополнительно Ордена Славы и фрагменты рецептов редкого создание оружия, доспеха, украшения, оружия гигантов. Можно получить случайное количество с определенной вероятностью от 5 до 15 тысяч. Это за одного РБ, я так понимаю. Один босс, один сундук. Следующий ивент. Сундук воспоминаний арбалета. Это нам намекает, что в скором времени появится новый класс арбалет. До 30 ноября... Период проведения ивента, магазине алмазов, если мы нажмем вот сюда, магазин алмазов, адены, ежедневно, вот раз в день. Раз в день будет вот такой сундучок, за 1123 адены можно приобрести его. При открытии сундучка мы видим, что мы можем получить от 5 до 15 тысяч знаков поручения. Орден Славы от 10 до 30 тысяч штук. Позволяет получить следующий предмет. Воспоминания арбалета ивент. Давайте откроем его. Видим, я получил 10 тысяч знаков поручения и 20 тысяч Ордена Славы. Какая вот медалька или что это такое? Воспоминания арбалета тоже итем. Предмет будет доступен после технических работ 30 ноября. Его можно юзнуть только через неделю. Предмет будет давать золотая настойка Леи. Пожалуйста, напишите в комментариях, что это такое. То, что я не знаю, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы бы знали, что это такое. Также зелье развития 10%. Улучшенный кристалл 200 штук. Зелье пробуждения среднего качества. Реликвия энергии 5 штучек. И также... Карты класса высокого качества один раз или карты класса 11 раз. И так же самое карты Агатиона один раз или 11 раз рандомным образом. Вот такой вот сундучок вы будете лутать каждый день и вам потом юзнете 30 числа. Там навыпадает разных вкусностей. Так, следующий ивент. Наемник с арбалетом. До 7 декабря ежедневно в 21.00 будет по почте присылаться письмо. В письме будет энергия Энхасад 1000 единиц, мешочек с антикварными вещами 3 штучки и заряд души 500 штук. В одном мешочке с антикварными вещами будет от 5 до 50 штук антикварной вещи, которую можно продать в магазин. Так, теперь обновление. Обновление у нас по временным коллекциям, видим... До 18 января обновились коллекции Башни Дерзости за символ Дерзости, который можно приобрести при помощи кристалла Дерзости. Точность, сопротивление урону от оружия, весь урон, доп. Урон в ПВП, снижение урона в ПВП. Если вы начали выфармливать Башню Дерзости, вы начинаете фармить вот такие... О, часы, прикольно, сколько они стоят. Вы начинаете фармить вот такие вот кристаллы Дерзости. За эти кристаллы дерзости вы покупаете ивентовые итемки. Символ дерзости. При заточке может быть слом. И с одной итемки дается реликвия энергии и кристаллы там, в зависимости от заточки. И за эти точенные итемки вы можете позакрывать вот такие вот коллекции. И на этом ивенты и обновления подошли к концу. Ваша поддержка — это лайк и подписка. Если вы хотите меня поддержать, пожалуйста, лайк, подписка обязательно. Всем спасибо, всем до новых встреч, с вами был Розе.